Добро пожаловать на канал Beard Hero. Обязательно подпишись, поставь лайк и нажми на колокольчик. Ну а мы открываем топы. Far Cry 6 – одна из самых ожидаемых игр 2021 года. Точная дата релиза пока неизвестна, но надеемся, что сможем узнать ее в ближайшее время. Полноценный официальный геймплей не был еще показан, но есть прекрасный официальный трейлер. Действие в игре развернутся в вымышленной стране Йера. Это тропический рай, застрявший во времени и обедневший десятилетних экономических санкций. Страна будет аналогом Кубы, с очень харизматичным и интересным главным антагонистом. Не менее ожидаемая игра – это Stalker 2. Игра была анонсирована в начале 2018 года. Разработчики лишь подкидывали нам маленькими порциями арты и намеки, но детального про игру ничего не показывали. И вот, свершилось чудо! На презентации Xbox показали трейлер к Stalker 2. И знаете, что скажу? Он просто великолепен. Если верить словам Microsoft, то игра будет доступна уже в 2021 году. Так что ожидаем! Werewolf The Apocalypse Earthblood. Блин, кто такие названия тяжелым играм придумывает? Это игра про оборотней. Выход запланирован на 4 февраля 2021 года. Гаару предстоит бросить вызов нефтяной компании Enron, которая уничтожает плоды природы. В игре будет три формы Гаару. Человеку будет суждено возиться с другими людьми. Волк полагается на свою скрытость и хладнокровность. Ну а оборотень просто делает мясо, разрывая врагов на куски. Что из этого получится, узнаем, как выйдет игра. Resident Evil 8 Village выходит 7 мая 2021 года. Это очень быстро развивающаяся франшиза, которая выпускает 8-ю часть игры. Культовая графика, интересный сюжет, это все про эту игру. Действие игры развернутся в кошмарной деревне. Геймплей будет схож с 7-й частью, но добавятся новые механики. Кстати, уже доступна демо-версия. Gotham Knights. Warner Brothers не перестают удивлять. Игра выйдет в 2021 году. Тебе придется играть не за Бэтмена, так как он уже мертв, а за его помощника. После смерти Бэтмена и полицейского комиссара Джеймса Гордона, город опоясал вспышка преступности, которая связана с тайной организацией Суд Соп. На выбор будет 4 героя: Робин, Красный Колпак, Найтвинг и Бэтгерл. Анонс игры состоялся на мероприятии DC Fandom в августе 2020 года. Dying Light 2. Дата выхода 31 декабря 2021 года. Это вторая часть знаменитого зомби-паркур экшена. Если тебе нравится ломать лица зомби, отрезать им головы и при этом прыгать по крыше домов, это игра для тебя. События игры разворачиваются спустя 15 лет после первой вспышки вируса. Каждое твое решение и действие будут влиять на будущее города, в котором разворачиваются действия. Будь готов выбирать между хорошими и плохими действиями, решать только тебе. Так что отрывай трубу от ближайшего забора и вперед бить зомби. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписаться на канал, ткнуть на колокольчик, поставить лайк. Ну а если ты не устал, то еще и коммент напиши.